Дорогие друзья, на днях 31 марта в Украине должны состояться выборы президента. Это очень важный исторический момент. В сегодняшней непростой геополитической ситуации личность нового президента будет оказывать немаловажное влияние не только на обстановку в стране и регионе, но и на мировую политику. Я бы хотел выразить поддержку народу Украины, пожелать, чтобы предстоящая смена руководства ознаменовала новую эпоху в развитии страны, эпоху ее благосостояния и мира. В этот период в Православной Церкви проходят дни Великого Поста. Это время воздержания от страстей и прилежания делам добрым. Дни, когда Господь особо слышит наши молитвы. Вознесем их сегодня за Украину, за то, чтобы любые грядущие перемены принесли горячо любимой нами стране мир и благоденствие.